росіянам, тому що до них звернувся Антон Геращенко, з яким проханням? Руські генерали, у вас совість єсть? Тут вже можна було би не продовжувати писати, але все ж таки Антон Геращенко продовжив писати і каже: «Когда вы наконец начнете собирать трупы обманутых Путиным и вами солдат? Сейчас в Вознесенске Николаевской области поставлен вагонный рефрижератор для мороженых туш скота. Туда сложили трупы брошенных вами солдат. Из Вознесенска 9 трупов, из Новой Одессы 6, село Прибужаны 2. Это только те, что свезли организованно. Десятки трупов прикопаны местными жителями, чтобы не разводить антисанитарию. Выбирайте парламентера, начинайте переговоры. Контактное лицо Виталий Ким».